Здравствуйте! В нашем последнем видео у нас был объявлен конкурс. Вопрос звучал таким образом. Какие наши действия были неправильными в действиях по памяти? Итак, давайте разберем ситуацию. Мы взлетели, у нас был отказ двигателей. Первое, что мы стали выполнять, мы выполняли отключение автопилона. А такого в чек-листах при отказе двигателя нет. Дальше мы выполняли отключение автомата тяги. Это действие есть в действиях по памяти. Дальше мы убирали рычаг управления двигателя, отказавшего в положении idle, то есть малый газ, это тоже есть. Дальше мы выполняли действие отключения крана подачи топлива. А вот этого действия в чек-листе, который должен был выполняться, нет. На самом деле ошибка была в чем? Существует чек-лист engine failure or shutdown, то есть отказ двигателя или его выключение. И в нем вообще нет memory items, то есть действий по памяти. А есть чек-лист, который часто выполняется на тренажере, engine fire or engine severe damage or separation, то есть пожар двигателя, серьезное повреждение двигателя или его отделение, отрыв. И вот в нем существует действие по памяти: отключение автомата тяги, выполнение, уменьшение тяги двигателя, выключение двигателя и включение системы пожаротушения, если двигатель горит, или просто подъем крана пожаротушения, если двигатель не горит. То есть мы выполняли на самом деле неправильный чек-лист. И у нас есть победитель, который все это, в принципе, распознал и подробно расписал. Зовут человека Андрей Дорофеев, такой у него ник. Так что поздравляем, вам достается 30 минут полета на нашем тренажере. Следите за нашими новыми видео, участвуйте в конкурсах. Добро пожаловать на наши тренажеры.